Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi Lancer 2012 года выпуска. Двигатель 1.6 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 170 тысяч километров. Подтяну ручной тормоз. Сейчас он работает практически на максималке сверху. Максимально вверх. Поднимаю автомобиль и подтягиваем его. Снимаю задние колеса. Снимаю резиновую заглушку. Тоже думал сначала, что заглушка изнутри. Изнутри заглушек нет. Вот здесь резиновая заглушка. И крутим. Крутим. Вот она. Вот в этом положении находится трещотка. Если посмотреть, попробую показать. Вон она, трещоточка. Ее крутим отверткой. Только надо посмотреть, в какую сторону крутить. В левой, по часовой или против часовой. Однако надо наоборот. Точно. Вот именно так, сверху вниз. Все. Туговато. Теперь ослабляю на 3 щелчка. На 1 щелчок верну назад. Вот так вот. Ставлю на место заглушку. Смажу медной смазкой. Прикручиваю колесо и идем пробовать. И проверяю ручник. Раз, два, три, четыре, пять. Все. На 5 положениях он защелкнул. Раз, два, три, четыре, пять. 6. 6 можно затянуть. На этом ручной тормоз подвел. Всего вам доброго.